Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Эван. Мы продолжаем играть на сервере Суматра Антон номер 3. И, как вы поняли по названию ролика, сегодня у нас «Кто хочет стать миллионером?» уже третий выпуск. Если что, я записываю это после второго выпуска, когда пацан слился, ну не слился, он проиграл на первом же вопросе, хотя он отыграл 300 часов на Суматре и не знал, сколько стоит бутылка водки. Но это такой провокационный, если честно, вопрос. Так что давайте сегодня мы попытаем удачу и еще, наверное, кто-то останется без денег. Так что присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Короче, пацаны, кто не знал, это видос, где мы берем или новичка, или среднего игрока, ну не задрота, потому что задрот он очень сразу больше все выиграет нафиг. И спрашиваем вопросы. У нас есть три вопроса. Простые, сложные и типа... простые, средние, сложные. Вот. Ты втираешь мне какую-то дичь. Там в каждой этой подкатегории есть три вопроса. Простые вопросы по 100 тысяч, если правильно отгадал, средние 250, а тяжелые 500 тысяч. Также у нас есть картинка, которая, ну, автомобиль скрытый за черным фоном. Надо отгадать, что это за автомобиль. Если отгадываешь, ты получаешь 228 тысяч рублей. Но а картинку ты можешь выбрать там, когда захочешь, но если ты не угадаешь картинку, то ты проиграл все. Но если ты, например, заработал там 200 тысяч и не хочешь уже играть, у меня есть для тебя такая пропозиция, чтобы ты еще поиграл, так называемое. Это называется колесо фортуны, можно сказать. Колесо поделано на 6 сегментов. 3x2 и 3 ничего. То есть 50 на 50. Ты можешь или поднять x2, то есть в 2 раза больше, или можешь все проиграть. Это для людей, которые азартные. Также у нас есть подсказки. Это помощь друга. И из 4 вариантов я оставляю только 3. Что легче угадать, так как уже это не вероятность 0,25% просто, а 33,5. Ну там 33, короче, и 1 там восстание, или как оно там правильно называется по-русски, не знаю. Так что давайте поедем и искать какого-то игрока, и мы продолжим. Привет, Драникху. Да. Ты видосик. Давайте, не знаю, давайте возьмем сегодня игрока, у которого там, например, есть какая-нибудь, давайте буква, я Эван, пусть будет буква И, просто английская И, пусть она будет где-то в каком-то нике. То есть первый пацан, который нам попадется, у него есть буква И, только говорит Е, тот, короче, и будет с нами сидеть. А я буду просто кататься. Давайте вот тут посмотрим, вот этот игрок на приоре. У него есть такая буква Тима. Сори, у него такой буквы нету. Что-то у него приору понесло. Так, ладно, давайте мы поедем на охоту. Да, сейчас мне Драник что-то пишет. Когда выйдет, если можно, то передай привет. Драник, привет. А когда этот видос выйдет? Наверное, на второй неделе сентября. Вторая неделя сентября. И сегодня видос через 5 минут. Так, пацаны, на ЕКХ не буду ехать, потому что это такое место. Пусть я буду ехать в другую сторону, пусть мне кто-то навстречу попадется. Вот. Я, потому что там очень много автомобилей, может, например, сразу два и сразу двоих ники с этой буквой. И что я буду потом делать? А ничего. Эх, давайте еще заедем на 3000. У меня есть 3913 рублей. Зальем немножечко в геле бензина. У нас 55-й АМГ, наш бензин, с необычный дизельный гелик. Вот. Так, на 3960, ладно, 840. 32 литра заливаем наш гелик, а в гелике что-то 90, вроде бак с чем-то литров, не помню, если честно. Так, выезжаем на нашу любимую трассу
и просто тапку в пол и ищем игроков. Мне кажется, сейчас слева должен кто-то быть. Нет, никого нет. Походу никто не хочет работать дальнобойщиками, или я так попал. Опа, игрок. На каком-то автомобиле. Если дорого, мы его не считаем, потому что это рубрика для новичков. Ну ладно, или не все. Хоть он из И, да? А, не, он Паша. Все, Пашка, сорян. Если дорогие авто, мы не будем, потому что... Мне кажется, для... Это... Вообще, эти вопросы для игроков, которые дофига бабла, они все, смотри, знают. И смысл. Это я просто рояр разорвусь, и так не будет интересно. Но были там какие-то другие вопросы, по типу с реальной жизни, там. Вот тогда еще можно было. Так. Пацаны, поехали. На априори. Давайте будем смотреть, тот, кто... А, не на априори, Е60. Тот, кто за рулем. Если не тот, то кто будет справа сидеть. Так. Стой. Стой. Макс, Амон, Морган. Не они, пацаны, не они. Так, я видел возле автосалона мотоцикл, там еще кто-то есть. Давайте поедем, посмотрим, кто там. А, он, походу, уже зашел или покупать мотик, или что. Ну, он, короче, здесь был. Так, давайте заедем, что ли, посмотрим. Вот Хуракан. Хуракан, если что, сразу не в счет, пацаны. Потому что это слишком дорого, богато. А он еще не входит. Так, вот, Е46 есть. Стой, Е46 вроде был. Стой. Стой, тварь. Ну и пусть есть за своим дружбаном. Не хотел заработать бабок. Ну и не надо. Я человек простой. Не хочет человек, значит, и не надо. Так, вот здесь заехал. Это что, Порш? Не, ну Порш это слишком дорого, богато. Хоть у него есть Ника. А что по номерам? Хур 005. Ну давайте посмотрим, что у него по бабках. Может, у него бабок нету. Посмотрим. Может, его единственный автомобиль. Ладно. 124 часа. Он, в принципе, нам походит. А Порш можно и один. Привет. У него есть был какой-то. Привет. 256. Здорово. Что у тебя по имуществу? За сколько можно купить гелик 15 года? Сток. ХЗ. Так, что у него по имуществу? Сейчас напишите. Если напишите только Порш, то мы его берем. Ну, одна машина и хата на одно место. Ну, в принципе, норм. Скайп или дис есть. Марафон пишет и... давай, напиши. Да, есть и то. Напиши свой скайп в F9. Надо кое-что обсудить. Для тебя очень приятное. Так, пацаны, написал, что зашел на 5 минут. И все. Если нет, вот маэстро приехал, у него тоже эта буква есть. Сорян, но времени нет. Окей. Маэстро, есть дис или скайп? У него с 2000 такая прям сочная. И то. Дай скайп F9. Ты попал в серию. Надо так писать. Так. Интересно, на Порше он будет что-то писать или не будет? Сейчас этот маэстро напишет, я не хочу, я тоже офигею, прям пополню. Не, ну мне он не отписывает, значит, он что-то будет писать в F9. А нет. Он сек. А нет, все, пацаны. Есть клиент у нас. Четко. Так, пацаны, меня добавил друзья, давайте ему позвоним. Алло. Алло. Здорово. Здорово. Как тебя вообще зовут? Меня зовут Данил. Данил, привет. Короче, ты попал в ролик, как я понял. У меня, короче, на канале, может, слышал в таком канале Evan?
Может, я на него подписан. Вот это поворот! О, еще подписано. Просто я так сказал, потому что многие, кто поддержал, типа, о, Лушка, привет, я твой подписчик, а тут ничего никто не написал. Вот. А как давно вообще смотришь мой канал? Да недавно, как тебя увидел на этом сериале. Нормально. Так, сначала типа по интересу зашел посмотреть, что да как. Вроде норм контент. Годный контент. И это точно. Короче, ты попал на рубрику. По Ютубу не очень, конечно. На рубрику «Кто хочет стать миллионером». Видел такое? У меня? Нет. У меня там одна серия вышла. Короче, смотри, я типа помощь, типа благотворительность, только интересная новичкам. Типа есть три сложности, типа три типа вопросов. Есть простые вопросы, есть средние, есть сложные. Каждый вопрос, например, есть в каждом типа типе простых, средних и высоких, сложных, есть по три вопроса. Простые стоят по 100 тысяч, если ты отгадал, средние 250 и сложные 500. Также у нас есть картинка, то есть ты можешь там отгадывать там вопросы, и потом типа взять картинку и угадать, что типа за черным фоном, что за тачка. Если ты называешь правильно марку, ты выигрываешь 228 тысяч рублей. Если ты не называешь правильно марку, то ты, короче, проиграл. Также у нас есть две подсказки, это помощь друга, или, например, это, есть там 4 ответа, я выбираю один неправильный, у тебя есть только 3, получается, и там есть один правильный. Также в конце, когда ты, типа, скажешь, типа, все, я хочу забрать деньги, у меня есть колесо, типа, фортуны, оно поделено на 6 сегментов, 3 сегмента это x2, а 3 это ничего, то есть ты можешь или понять в 2 раза больше, или просто всрать все, вот. Я думаю, я кратко разъяснил, что куда как, и ты, наверное, готов уже играть. И для тесности эксперимента сядь в мой... Не, гелик, а не, его заправил, все нормально. И вруби, пожалуйста, демонстрацию экрана. А можно в свой, если? Ты что, с ума сошел? Да, можешь в свой. Пацаны, блядь, я думал, у него гелика нет, он же на S2000. Что? Ладно, пацаны, ладно, пусть у него будет гелик, мы уже его взяли, уже некрасиво. В следующий раз мы возьмем кого-то с беседы. Чё? У меня, короче, такая херня, опять. Садиться? Садиться не могу. Ну ничего, давай я к тебе приеду в больницу, умираешь, Оля. А можешь мне просто тпхнуть, я же на том гелике пришли. Не, ну гелик так-то сочный. Я бы точно такой сделал. Жалко, печалька, что не ты подарил. Чётко. Чего? Ну, печалька, что не ты подарил. В смысле? Я себе этот гелик давно хотел, и тут мне что-то это... Подфартило, какой-то пацан выходил типа с сервера, такой пишет всем. Я такой быстренько подбежал, такой, дай, мне. Что за хуйня ебаная? Нормально. Повезло, блин. Я вообще никогда никого не видел, чтобы уходил кто-то и типа давал бабки. Я не знаю, все там пишут мне, типа, безы дали мне дома, мне тачки, я такой, а чё, где, чё? Ладно. Короче. О, привет! Дымка я включил. Блин. Пацаны, вы видите, просто напишите в комментариях отличие. Я не подстрекатель, но. Чё за фигня? Что такое? Я ехал на черном гелике, а у тебя в демонстрации он белый. Он у меня серый. Ну серый. Я знаю, в чем это прикол, это скорее всего в оптимизации F1. А ну нажми F1. Настройки графики. Это у тебя, наверное, так. Нет, в смысле. Блять. Если я врубаю оптимизацию, он вообще голубой. Так. Смотри, я сейчас включу оптимизацию. Он у меня вон вообще. Ну да, у меня точно такой же. А теперь вырубай оптимизацию. Он серый. Серый покрасил. Стоп, пацаны, а если я вырублю пустыню, может это пустыня влияет? Блять, мне кто-то звонит. Я тебе ебальник набью. Я уже договорилась.
Ну чё, выбираешь какой-нибудь вопрос или сразу картинку? Да, картинку. Сразу картинку. Уже второй, пацаны, игрок, который сразу выбирает картинку. Ну, для первого этого игрока это не очень хорошо закончилось. Посмотрим, как для тебя будет. Пацаны, я еще хотел гелик, понял, обвести. Хорошо, что я не обвел, а то это был бы фейспалм прям. Так, вот я скинул картиночку. Можешь заходить в Discord и смотреть. Сейчас она там обрабатывается, да-да-да. Ну это вообще, мне кажется, изи. Тем более ты на мой канал подписан. Чего? Дольше СРТ. Вот это я прям фигню делаю, что просто свои тачки. И мне подписчики, блин, конечно, откатают, блин. Тем более красный ксенон мне только на СРТ стоит, я мы. Ладно, 228 тысяч твои. Поздравляю. Спасибо. Уходишь, да, или там еще там что-то будешь? Еще можно вопросик. Давай, выбирай. Вопросик. Какой? Не знаю. Простой, средний, сложный, и говори цифру от 1 до 3, потому что они разные. Средний, 2. Средний, 2, окей. На сколько литров в бак BMW M5 E60? А 70 литров, Б 75 литров, В 80 литров, Г 65 литров. А 70 литров. Вот это я не понял. А, подожди, откуда ты знаешь? Короче, ты выиграл, сколько я говорил? 250, да, 250 тысяч. Стоп, а, блин, этот вопрос, и даже я его не знал, откуда? Или у тебя E60 есть? Была. Пацаны, кого я нашел вообще? Короче, ты меня уже разорил на сколько? На 468. Не, подожди, 478 тысяч. Окей. Чё дальше? Я же не удивлюсь, если ты просто сложный вопрос просто сразу угадаешь. Давай сложный 3. Сложный 3. А, стоп. Средние вопросы по 200 тысяч у меня там написано в Word, я что-то запутался. Как зовут создателя проекта? Александр, Максим, Паша, Давид. Вот это жестко. Жестко, серьезно? Я думаю, это наоборот будет самое легкое, что может быть. Я тут создатель, ты даже не знаю. Ну, угадывай, что. У тебя есть подсказки, не забывай. Чё ты свернул игрушку? Смотреть вопросы, ответ. Ага. Ты мне просто сворачиваешь, и у меня ничего не видно. Думаю, сейчас зайдет ПК, посмотрит. Не, тебе или не надо убирать? Да не надо, просто катайся. Как зовут главного создателя проекта? Александр, Максим, Паша, Давид. Интересно. Сейчас будет очень интересно, если ты на этом вопросе запоришь всю комбо. Запорю. У тебя есть там помощь друга? Есть типа 3 вместо 4. Да и т.п. Вообще, что ты думаешь, например? Какие у тебя есть, типа, приоритеты? Я даже не знаю. Слишком сложно. Слишком сложно. Ну, вообще, ник ты его знаешь? Mm-mm. Вообще, сколько ты играешь это на сервере? По времени 300 часов. А, еще один 300 часов, ясно. Но за 300 часов, конечно, пожестче. Паша. Ну. У тебя есть подсказки, не забывай. Просто ты можешь сейчас ошибиться, а мне самому обидно. Не так денег жалко, просто обидно. Бля, пацаны, у него 23 лимона. Кого я выбрал? Ёпарасота. Это пиздец. Паша, да? Это остаточный ответ. Что? Это остаточный вариант. Ответ. Да.
И это ты угадал. Чё? Да я шучу, ладно. Сейчас было обидно, наверное, да? И давайте все вместе. Короче. Эх. Проиграл ты немножечко. Короче, главного создателя проекта зовут Александр. А Паша я специально это выбрал, потому что, считай, модератор Паша есть. И там еще там вроде кого-то, или Максим, или Давид звали, не помню, короче. Вот, а главного администратора звали Александр. Мне кажется, это вообще самый легкий вопрос. Надо было сразу сказать. А сразу на него думал. Сразу на Александра думал? Да. Такое. Что-то уже второй подряд игрок с 300 часами, который брать первую картинку, не может просто дойти до конца. Обидно. Ну, можешь там передать приветики, кому хочешь. Не буду никому. Ясно. Короче, спасибо тебе за участие. Участие. Жди видос. Видос выйдет где-то на следующий... Не, наверное, не на следующий. Через неделю. Вот. Короче, жестко. Угу. Ты сразу такой грустный стал, бро. Обидка. Обидка, отписка, дизлайк. Ну ладно, можешь там пойти посмотреть мой новый видос, там улучшить настроение. Да и типа. Короче, спасибо за участие и удачи тебе на сервере. Спасибо. Давай. Тебе тоже. Спасибо. Короче, пацаны, ну просто то, что он не угадал, это прям капец. Давайте ему тоже домой 10 тысяч, просто чтобы обидно не было. Чтобы обидно не было. Вот. Короче, что он хотя бы проиграл. Ну, в реале, думал он этот вопрос просто на изи расскажет. Не, ну пацаны, я случайно просто увидел игрока на Honda с 2000, в которого обычные номера, думаю, да, наверное, какой-то бич, и он такой... Давай на моем гелике. И я тут понял, что Паша влип. Плюс, когда он еще врубил демку, у него 24 лимона. Да. Че, пацаны, богатые подписчики? Так, а он мне ничего не написал, ладно. Короче, пацаны, ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Пишите свои просто вопросы в комментариях. Пожалуйста, будет очень интересно. Пишите, сложно это вопрос или нет. Если что, я сразу вопросы заменяю. И мы, наверное, в следующей серии выберем игрока с моей беседы. Вот. Да ладно, не очень так и обидно. Да, конечно, не обидно, блин, на новом гелике Брабусным 24 лимона. Мне тоже было бы не обидно. Если у меня было бы там максимум 500 тысяч, и я тут заработал 500 тысяч, и еще мог бы там ответить, но поменял. Или ты не видел? Видел. Вот. То мне было бы обидно. Вот вообще. Я здесь на шахе, я тут выиграл 500 тысяч, захотел еще и проиграл. Как говорится, пацаны, жадность фраера сгубила. Так что ставьте лайкос, если вам нравится данный ролик, пишите свой комментос. Всем удачи, пацаны, и всем пока.